Итак, друзья, у нас с вами тема самая главная – это новогодние подарки. Мы сейчас выбираем планшетный компьютер BQ. Есть три расцветки – оранжевый, традиционный черный и Ванин, насколько я помню, любимый салатовый цвет. А он как-то заряжает, по-моему, позитивом. Да. И зеленый цвет, он все равно как на Новый год настраивает. Нет, лично Ваня, меня. Ничего ты не понимаешь. Знаешь, так, что заряжает позитивом? Цены. Друзья, 4999 рублей за планшетный компьютер. Это просто что-то невероятное. Вот один из них в моей руке. Посмотрите, насколько он компактный, насколько он здоровский. А самое главное, вы знаете, что удивительно? Этот планшетный компьютер поможет нам с вами экономить каждую секунду нашей с вами жизни. А знаете как? Давайте посмотрим. Итак, будем тестировать ваш новый планшетный компьютер. Пока вы, кстати, можете делать звонки, номера все абсолютно бесплатные. 8 800 301 60 90. Ваня, быстро нам нужно рассказать, что же уникального в этом планшетном компьютере? Слушай, ну тут столько всего, всего, еще раз всего. Ну, начнем с простого. Во-первых, здесь есть слоты для карты памяти, слоты для сим-карт, то есть вы всегда, независимо ни от чего, будете на связи. Но можно пользоваться и бесплатным интернетом. Например, можно использовать Wi-Fi. А, прекрасно. Кроме того, да, можно звонить по нему, как по обычному телефону. Видите, здесь есть динамик. Это для того, чтобы ухом слушать, что вам говорят. А здесь есть микрофон, чтобы... собственно, отвечать. Это идеально, это очень удобно. Так, поворотный экран, я заметила. Поворотный еще. Экран, само собой. Кстати, экран высокого качества. Вы наверняка уже обратили внимание, что он очень тоненький, ну тонюсенький, просто и компактный. Выбирайте, пока хорошие новости, есть все расцветки. Оранжевый, салатовый, традиционный, черный. Выбирайте и получайте эксклюзивную цену. Напоминаю, всем бесплатная доставка, даже при покупке только одного лишь планшетного компьютера. То есть вы экономите на цене, вы получаете цену распродажи, огромнейшую скидку. Вы экономите на доставке и дарите прекрасный подарок самым близким людям. Может быть, подарите еще и на Новый год прямо сейчас себе. Ну что, что у нас здесь еще интересного, Ваня? Итак, ну здесь много, ну очень много всего хорошего. Например, здесь двухъядерный процессор, что позволяет нам легко и просто запускать абсолютно любые приложения без торможений, без проблем. Реагирует. Да, играть все, что нужно. Две сим-карты, две камеры здесь, основная и фронтальная. 3G есть, есть Wi-Fi, есть GPS для того, чтобы можно всегда было видеть, где вы находитесь. Ну, навигатором пользоваться без интернета. Это очень важно и полезно, я считаю. Ну и опять же, очень важный момент, память. 4 гигабайта памяти встроены. И плюс есть возможность установить карту памяти до 32 гигабайт. Итак, друзья, зачем вообще нужен планшетный компьютер? Вы знаете, вот все люди, которых я знаю, причем вне зависимости от возраста, в том числе и моя мама, которой 18 ноября будет 50 лет, она использует планшетный компьютер. Это очень удобно и здорово. А знаете почему? Потому что он помогает вам экономить каждую секунду жизни. Как вы спросите? Легко и просто. Мы представляем вам планшетный компьютер и приложение к нему, которое скачивается абсолютно бесплатно. И вы можете легко и просто их использовать и экономить с ними каждый день. Вань, раскрой несколько секретов, как это сделать? Итак, как можно с ним экономить? Да как угодно. Вот, например, вы готовитесь ко встрече Нового года. Так. Или, ну, уже встретили Новый год и хотите вот что-то хорошее, что-то полезное сделать. Вот ты с чего хочешь начать? С подготовки, с самого Нового года, ты с чего? Знаешь, я первым делом открыла приложение на своем планшетном компьютере. Давай его покажем. Можно я тебя чуть-чуть пододвину? Вот оно. Итак, друзья, что это такое за приложение? Вы знаете, что оказывается можно знать, где какие акции, не ходя по магазинам. Вы просто открываете специальное приложение и смотрите. К примеру, знаете, что я здесь нашла? О, можно красную икру купить всего за 159 рублей. Я просто в шоке, я хочу уже сейчас бежать в магазин прямо за ней. Давайте с вами посмотрим. Можно посмотреть, кстати, и на карте абсолютно легко и просто. Вот, посмотрите, карта. То есть он находит автоматически, где вы расположены, и показывает вам, какие рядом есть магазины с акциями. Это очень удобно. Вы знаете, сколько можно денег сэкономить? Просто огромное количество. Итак, ну а я хочу предложить вам разнообразие. Внести разнообразие в ваше времяпрепровождение. Ну вот, например, приехали к вам родственники, приехали друзья, внуки, да кто угодно. И вы и просят вас сводить на каток. А они приехали, например, из другого города. Так. И как вам определить, где же ближайший есть каток? Вот, например, оказались мы в Великом Новгороде. Все очень просто. В бесплатном приложении я ввожу слово «каток». Так. Нажимаю. «Ледовые дворцы и катки». Нажимаю сюда. Выбираю на карте. И что мы имеем?
Мы имеем, друзья, мы точно знаем, где они находятся. Более того, мы знаем, сколько стоит график работы. Можем зайти на сайт, можем посмотреть фотографии этих самых катков, делать все, что нам нравится, причем не выходя, да что уж не выходя из дому. Просто не вставая с дивана, определить, куда мы пойдем, сколько денег потратим, успеем мы до закрытия или не успеем. Все предельно ясно и предельно просто. По-моему, лучше не придумаешь. Как же здорово знать все обо всем. С помощью этого планшета такое возможно. Напоминаю, вы получаете бесплатную абсолютно доставку в любой регион России, за исключением авиасообщения. Это серьезно экономит ваш бюджет, потому что на доставке вы экономите еще до 1500 рублей. Не забывайте в распродажу, как нужно действовать. Хватайте, забирайте свой планшетный компьютер и дарите подарки любимым. Слушайте, а к Новому году-то надо еще как-то готовиться. Не только о подарках позаботиться, правда? Давайте с вами подумаем, что мы будем накрывать на новогодний стол. Ломаем голову постоянно, либо ставим одни и те же салаты. Все, заканчиваем с этим делом. Смотрите, я закачала бесплатное, кстати, тоже приложение, которое хочу вам показать. Что это значит? Это новогодние рецепты. Вань, вот ты уже подготовил новогодний стол? Нет, я только планирую. Смотри, можно котлетки куриные новогодние с розовой подливой. Хочешь такие? Я хочу. Прямо сейчас хочу. Я не хочу ждать до Нового года. Итак, друзья, фотографии, рецепты, все, что нужно, пошаговые инструкции. Более того, огромное количество различных рецептов. Вот я смотрю сейчас курочку, потому что я ее люблю. А вы можете найти любой рецепт прямо по вот такому списку. К примеру, рецепты на букву «Р». Рыбный салат новогодний по-австрийски. Все. Поехали, все, что нужно, здесь уже есть. Итак, друзья, я рекомендую вам контролировать все свои расходы, потому что это часто случается, что вы, просто приближаясь к Новому году, начинаете тратить деньги направо и налево. Я по себе рассказываю, я точно так же это делаю. А потом наступает Новый год, и что делать? Что делать? Нам надо просто-напросто определить наши статьи расхода и распланировать бюджет так, чтобы в январе остаться с деньгами. Вот, например, я сейчас ввожу себе статью «Подарки». «Подарки». Вот сюда ввел, выбрал себе нужный логотип, и все. Смотрите, я могу легко и просто посмотреть, сколько денег я потрачу на подарки. Из своего кошелька я данные вбиваю сам, перевожу деньги сюда, и я планирую потратить в ближайшее время на подарки 6000 рублей. Галочку поставил, а на продукты для новогоднего стола я уже потратил 2400 рублей. Купил и корки, то, что заранее можно приобрести. Что мы получаем? Мы имеем расходы, мы знаем, куда мы деньги потратили, в каком процентном соотношении. То есть все, каждая копейка у нас будет учтена. Плюс это не только полезно, это еще интересно. Видите, все цветное, все красочное. Такое ощущение, вы играете в какую-то игру интересную, захватывающую. Помните старые амбарные книги с желтыми страницами, ручками записывали туда? Это ведь уже прошлый век. Вот она, современная, абсолютно современная книга учетов и расходов. Я еще 5000 добавила на подарки, а тут жмот какой-то. Это тебе, да? Это тонкий намек. Подари мне что-нибудь на 5000. Итак, планшет BQ, например. Да, о чем я хочу вам сказать. Вы знаете, обычно перед Новым годом, в последний месяц, да, вот мы с Ваней обсуждали в декабре, мы с вами тратим огромное количество денег на те товары, которые нам нужно купить именно здесь и сейчас. К примеру, это новогодний стол. Так что на подарки остается очень мало денег. Чтобы в январе не сидеть и не сосать лапу, как говорится, нужно позаботиться пораньше о подарках. Итак, как мы это делаем? Мы с вами подарки готовим в ноябре. Планшетный компьютер от компании BQ. Посмотрите, какой он тоненький, какой он прекрасный. А самое главное, и экран яркий. О, что это? Это он повторяет за мной. Если вы встречаете Новый год один... Берите BQ и веселитесь. Итак, друзья, кстати, яркая игра. Вот что значит, когда к вам на Новый год приезжают, к примеру, внуки. Вот к моей маме приезжают, у нее аж трое внуков. Приезжают и начинают просить игрушки. Игрушек у нее нет. А вот так легко и просто. Хо-хо-хо-хо-хо. Можно им дать, вручить планшет, и они уж точно знают, как с ним играть. Здорово, слушай, а ведь часто бывает, что в новогоднюю ночь хочется куда-нибудь после того, как бой курантов уже отзвучал, куда-то поехать. Обязательно. Погулять. И что делать? Делать нужно следующее, друзья. Заходим вот в приложение «Яндекс.Транспорт» называется.
и видим, где рядом проезжает какой вид общественного транспорта. Что это значит и для чего нам это нужно? Дело в том, что на Новый год, в новогоднюю ночь 31 на 1, автобусы, трамваи и троллейбусы ходят, ну, по другому совершенно расписанию. Вообще неизвестно, какие из маршрутов работают, а какие не работают, дорогие друзья. И вот, представьте себе, вы сидите дома, открываете приложение. Допустим, мы сейчас с тобой дома. Допустим, сейчас новогодняя ночь. Да. Я вижу, что рядом есть 42-й это автобус, идеально. 29-й автобус. Не я даже мерзнуть. Могу посмотреть, какой маршрут у него, по какому маршруту он движется и с какими интервалами подходит. То же касается и трамваев, и троллейбусов. Друзья, вот все. Представьте, насколько это удобно. Такси ведь стоит просто колоссальных денег в новогоднюю ночь. За руль вы уже не сядете. Ну, шампанское, сами понимаете. А общественный транспорт – идеальное решение. Ну и бюджет. Моя мама, кстати, обожает это приложение. Вы знаете, постоянно мне звонит, говорит: Оля, посмотри, пожалуйста, в этом приложении, где там, как там и что там. Вы знаете, если вы хотите подарить, к примеру, такой подарок своим мамам, даже бабушкам, либо своим детям, внукам, вот он, идеальный подарок. А сейчас хочу напомнить, что есть GPS, здесь приемник, это значит навигатор. В любой точке нашей планеты вы всегда сможете разглядеть себя на карте, с каким темпом вы движетесь, в каком направлении сможете построить маршрут. Есть карта памяти, есть две сим-карты для того, чтобы, например, по одной звонить, ведь его можно использовать как телефон. А вторая, например, для выгодного тарифа для интернета. Это тоже же здорово, друзья. Вы только представьте, вы можете пользоваться интернетом и сотовой связью за минимальную плату. Кстати, интернет может быть вообще бесплатным, потому что здесь есть Wi-Fi.